же говорил, ты еще пожалеешь. Ты дерешься, как баба. Ко мне. Не пытайтесь сбежать, пристрелю. Пошли. Моя очередь, мама. Подруга, нам нужно подкрепление. Киша, привет, слушай. Позови Нейне и Локуанду. Пусть прихватят вазелин и опасные бритвы. Этих сучек голыми руками не возьмешь. Что происходит? Живо, живо, не трогайте мое платье! Вандергельд схватил Тиффани! Что? Я мою королеву в обиду не дам! Маркус, все в порядке? Нет. Что с тобой? Чертовы стринги меня доконают. А! Не с места! ФБР! Займитесь этой парочкой, а мы рванем за Вандергельдом. Коупленд, пригодится. Давай вперед. ФБР, не с места! Папа, что ты делаешь? Хезер, забери маму с сестрой, поезжайте домой. Папа, зачем ты это делаешь? Папа тебе не сказал? Он разорился. В каком смысле разорился? Типа как бы слегка? Или вообще полностью? Вообще полностью! Я откраивал кое-что от пожертвований, чтобы хоть как-то перебиться. Ты все снимаешь? Ты это снимаешь? Я тебе сейчас поснимаю. Дай мне пройти! Я не могу. Нет! Брось! Пушку! Я с тобой, друг. Мы выведем это пятно, ты не переживай. Не с места! Уоррен Вандергельд, вы арестованы. Эй, хочу тебе сказать спасибо огромное. Ты очень храбро поступил. Куда же было деваться? Я не мог допустить, чтобы у меня отняли мою любовь. Эй, чувак, я не тот, кем кажусь. Пупсик, у нас у всех есть секреты. Ничего страшного. Так значит, ты не... Совсем? Не... Да, совсем не женщина. Не белый? О, какое коварство! Какой обман! Ты надул меня! Успокойся, я агент ФБР. Я работал по делу. Черный, ты что?